Сегодня я направляюсь в усадьбу Марьина. Я приехала на машине, и что сразу очень удобно, здесь есть парковка для машин перед входом в усадьбу. Расположена на 60 километрах от Санкт-Петербурга по трассе Санкт-Петербург-Москва, и затем нужно повернуть до деревни Андрианово по указателю, проехать 10 километров. Здравствуйте, а билетик надо в парк покупать? Ну да, 500 рублей входной билет. Это прогулка по парку, посещение фермы, выставочный зал, каретный двор. Ну, то ли это все, кроме экскурсии. Ага. Ну да, экскурсия там же внутри. Все. Да, отдельно, да. В самом дворце оплачивается. Да? Экскурсия ближайшая будет в 5 часов. Спасибо. Так. Я прошла на территорию усадьбы. Такой вид. Сейчас прогуляюсь по парку. И, возможно, пройду на экскурсию. История усадьбы Марьина берет свое начало в 1726 году, когда Мария Яковлевна Строганова, супруга крупного промышленника и землевладельца Григория Дмитриевича Строганова, унаследовав после смерти мужа эти земли, решается на постройку усадебного имения. Собственно, именно в ее честь и получила усадьба свое название – Марьина. А переходя по наследству от одного Строганова к другому, в 1817 году имение переходит в собственность графини Софьи Владимировны Строгановой. С этого момента и начинается расцвет усадьбы Марьина. Новая владелица велела построить помпезный дворец и разбить парк в английском стиле. А я направляюсь ко дворцу и сейчас посмотрю указатель. Вход в дворец Строгановых-Голицыных с левой стороны. Там же можно как раз попить чай, что-нибудь съесть. Французский розарий, картинная галерея, сад пиковой дамы. А с правой стороны восточный уголок, ферма, где можно купить продукты фермерские, и ротонды. Я пройду во дворец. Одним из символов усадьбы является русская борзая. Скульптуры собак украшают памятник, воздвигнутый в 2011 году в честь 200-летия Марьина. Здесь можно купить билет на экскурсию и можно купить вот натуральные продукты фермы. Сыры, творог, молочные продукты, телятина, фарш, мякоть страуса, жир страусовый, копченые ребра, утка, окороки. А также можно покушать.
Можно выпить чай с пирожками или взять супчик, салат. Горячее блюдо. Вот такие. Страусиный жир вот продается. Удивительный компонент употреблять в пищу, не беспокоясь о холестерине. Вот в баночке. Вот такое декоративное ручной росписи страусиное яйцо. Здесь тоже тарелочки. Здесь страусиная ферма есть. Да, выбрала. Я заказала еду и прошла в ресторан. Здесь такой охотничий зал. Елочка еще стоит новогодняя, украшенная. И пока я ожидаю, когда принесут мне еду, я могу посмотреть, походить по этому залу. Усадьба Марина после кончины графини Строгановой
перешла по наследству ее дочери, что была замужем за князем Голицыным. Их потомки владели усадьбой вплоть до самой революции. В советский период времени в здании дворца в разное время располагались различные советские учреждения. Музей дворянской культуры и быта, пансионат для академиков, детский дом, профилакторий оборонного завода «Сокол». В 90-е годы, после банкротства «Сокола», Марьина постепенно приходила в упадок. Скорее всего, ее бы ждала судьба многих русских усадеб – разрушение и окончательное забвение, если бы не Галина Георгиевна Степанова. Бизнес-леди и меценат, которая в 2008 году выкупила дворец и парк в плачевном состоянии и активно занялась реставрацией. Я сейчас гуляю по парку. Правда, уже приехала я поздно, темнеет, но я сейчас хочу прогуляться до фермы. Возможно, еще будет что-то открыто. Пути к ферме я перехожу через реку по Вантовому мосту, с двух сторон которого расположены скульптуры грифонов. Стемнело. Приехала я немножко поздно на экскурсию в сам музей. Я приеду отдельно, чтобы был запас времени. Сегодня я очень хорошо много прогулялась по парку. Была хорошая очень погода. А сейчас все, выхожу из парка.